Вы пришли на презентацию нашей компании «Травориум», организатора этого мероприятия Ахтаева Шолпан. Некоторые ее знают как Венера. Прошу. Рада всех вас приветствовать здесь. Итак, я сама в прошлом турагент. Получается, также у меня есть опыт построения и нетворк-маркетинг, сетевого маркетинга. Последние несколько лет я была владелицей своей туристической компании, собственной франшизы и визовый центр. Вот. И в апреле месяце мы приняли решение, мы продали свой бизнес и пришли в компанию «Травориум». Алга, Казахстан! Я помню это еще с прошлого раза. Ребята, на самом деле очень рады видеть вас всех. И знаете, я сам никогда не думал, что смогу попасть в Казахстан. О чем сегодня люди думают? Это зарабатывать деньги и путешествовать. То Всевышний Бог, Он нас слышит. И если вы здесь, значит, это где-то ответ для вас, чтобы вы могли, знаете, ну что-то в жизни своей поменять. Ну, если не так, скажите не так. А во-первых, хочу вас всех поздравить. То, что у вас есть сегодня возможность соприкоснуться с нашей компанией, да, которая вошла на маркет Казахстана, Киргизстана, Узбекистана. И у вас в Казахстане мы открываем офис официально. Да? Поэтому сегодня хочу сказать, чтобы вы не боялись. Мы не являемся какой-то пирамидой. Мы не являемся криптовалютой, инвестиционной компанией. Если вы знаете, что такое туроператор, мы являемся туроператор, который имеет лицензии в Америке, в Европе, также у нас это Южная Америка, Северная Америка, и сейчас осталось нам еще там несколько каких-то бумажек уже подписать, но я не могу сказать каких-то, это очень важно, важные бумажки, да, где мы получим тоже лицензию туроператора здесь у вас. Все люди от большого до малого хотят путешествовать и хотят путешествовать выгоднее, дешевле и больше. То здесь все люди, в первую очередь, они клиенты этой компании. А нет разницы, где вы живете. Вы сегодня здесь можете зарабатывать больше денег, чем мы даже зарабатываем в Америке. Вот люблю, когда Игорь, он представляет. Когда он представляет человека, это весь, даже свет включается. Да. Меня пригласил молодой человек, 71 год, и жене его 67, она молодая. И аплодисменты ему 12 месяцев. Сколько она сама личных пригласила? Личный, это называется, кого вы сами под свой ID подписали. Сколько человек? 11. 11. А здесь, смотрите, я когда-то услышал фразу, один так сказал, говорит, люди ради денег готовы пойти на все. Даже на работу. Я не иду на работу. Зачем надо работать каждый день по 8 часов? Я не понимал. И вот точно так же, что я сделал здесь, я $350 отдал. Я работаю в этом бизнесе чуть больше 12 месяцев. 15 месяцев, как молодой человек меня подписал. Найди, никогда, никогда не объясняйте этот бизнес сами. Почему? Объясняю. Почему у меня успех пошел? Я открыл 14 стран за вот эти 12 месяцев. 14 стран разных, слава Богу. Вот за эти 12 месяцев 8 человек, которые у меня, вышли на 20 тысяч. Игорь, сколько у тебя в день сегодня доход? Можно это сказать? Да, конечно. 1200 в день. 1200 в день! Я всегда спрошу, сколько ты получаешь? Мне нужно знать цифры. Если это получилось у одного человека, это получится у каждого человека, который здесь сидит. Пожалуйста, встречаем Марк Лазар. У вас обалденно красиво, мы были в Алма-Ате, мы сейчас в Астане, мы потом вернемся. Конечно, очень красиво, интересно, вкусно. Но что делает вообще все это еще более приятным? Каждая гостиница, в которой мы останавливаемся, мы платим половину цены, которую платят все остальные. Тысячи людей изменили себе жизнь. Я вам очень искренне желаю никогда
не думайте даже бросить это дело. Как бы ни было тяжело, медленно, это обалденный бизнес, это бизнес от Бога. Мы должны помнить, как лидеры, что 72 часа, они очень важны. Первое, мы создаем историю успеха для самих себя и также для нашего нового партнера. Самомотивироваться. И что вам поможет самомотивироваться, это именно определить свое почему. Почему я зашел в этот бизнес, зачем он нужен и что я хочу от него получить. Мое почему, я вам покажу. Это мое почему. Это мои дети, моя семья. И у меня, например, никогда за почти 2 года у меня не было мысли уйти от этого бизнеса. Почему? Потому что я не хотела возвратиться, где я была. Встречаем Дэвид и Адела Гарт. Хорошие встречи. Давайте дадим поаплодируем очень хорошо. And in a very short period, within less than 2 years, it'll be around for another 2,000 years. И она будет вокруг нас еще 1000 лет. Наша компания делает в бизнесе уже 12 лет. We're all over Western Europe. Мы везде с запада до Европы. Eastern Europe. И восточной Европы. Latin America. Латинская Америка. And North America. And I firmly believe that one day in the near future, that this will be the number one country in our company. And we just recently opened up a corporate office here in Almaty. So our motto is to show people how to travel more, travel better, and travel for less. Ambassador in our company, your income is in tingi? What is tinge? Big number. Big number.